Финишный бег был настолько, что он едва зацепился за первое место, проиграв там приоритет или сотку, выиграв всего лишь. Здесь надо сделать, сотворить чудо. Будет чудо от Усейна Болта? Станет он 9-кратным чемпионом мира? Но... Ну вот смотрите, сейчас все решится, наверное, на первых 30 метрах дистанции. Потому что, Оль, ну смотри. Если много не проиграет, ты имеешь в виду? Конечно, потому что отыграть столько, сколько дали ему конкуренты в полуфинале, здесь эти пары не дадут. Итак, внимание. Внимание. Пошло-поехало! Гатлин копается! Расталкивайся, Усейн, расталкивайся, давай, расталкивайся! Давай, терпеть! Давай, терпеть! Давай, терпеть! 9-79! Может быть! Нет, выиграл. Может быть. Выиграл. А Гатлин, товарищ Гатлин, ну нельзя зажиматься так. Это же финал. Ну нельзя. Гатлин улыбается. Нет, не он победитель. Показывает нам Гатлин Бол. Болт не выражает свои эмоции. Ну конечно. 9-79.